Грядущему международному женскому дню посвятили и спортивное мероприятие. Так, в Уральске прошел турнир по волейболу. В нем приняли участие 10 команд. В их составах женщины из различных организаций и предприятий города. Нешуточная борьба развернулась у сетки между представительницами прекрасной половины человечества. Хотя били по мячу и непрофессиональные спортсменки, но на первый взгляд складывается иное мнение. Хотя игроки – это сотрудницы предприятий и организации города, уровень игры у них достаточно высокий. Причиной тому является подготовка к турниру. Наша команда полностью готова. Всем желаю удачи. Это мероприятие делает нас настоящей командой. По итогам турнира профсоюзная организация работников системы здравоохранения СНМ стала обладателем золота. Второе место завоевала команда городской поликлиники № 5, а бронзу у девушек 4-й поликлиники.